Рецепт ухи от спецназовцев «Айсберга» войдет в электронную книгу любимых рецептов спецназов ФСИН России. К 30-летию со дня образования отделов специального назначения ФСИН создается выпуск электронной кулинарной книги любимых рецептов сотрудников. И вот бойцы отряда «Айсберг» Мурманской области поделились видеорецептом приготовления любимой ухи. Заполярные спецназовцы показали, как в полевых условиях приготовить уху из семки, горбуши и трески. По мнению бойцов, именно из этих трех рыб, а не одной, получается самый вкусный суп. Оценить рецепт такой ухи коллеги по цеху смогут в скором времени, как только будет опубликована электронная кулинарная книга в СИН.